Да, запускаю. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Из самых глубоких и темных пещер Грозовой Гряды был призван Гормак Пронзающий Бивень. Бой, герои! Мои чудовища не чета героям Альянса. СДК первый, потом счастливый, потом Майфрей. Протопало под вас так, и держите, больше не надо. СДК может три под капли. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Прожми на зыбку. Забирай, ротик, ротик, забирай. Милин, дай корону по БДК. Гляди, сразу корону снимешь. Там второй ротик, сотри, если два стака, забирай. В луже, ребят, в луже много стоите, прямо там много вас в луже стоит. БДКшки этот, БДК и ВВ, там притяжка грипаните, вот в зоне, которая. Тогда сразу станьте полукругом вокруг правой, быстро ее зальем, на пол дайте в правую, дам геру. Правую ТТМ еще, сразу за правую все убейте. Стой, стой на месте, не двигайся, стой, сейчас она лужу как только кинет через 3 секунды. Все, можешь чуть-чуть отвести БДК, чуть-чуть отведи и жди дебаф. Все, стой, вот сейчас дебаф получишь. Можете забирать, хант, жгучая рвота, почему ты стоишь под лицом? Чешки отдайте, все, все, ДК, беги по рейду. Сейчас смотри, чуть в сторону отойди, сейчас второй плевок еще будет. Возможно. Наберите ранжу. Ранжу наберите все РДД. Быстрее. Там не будет плевка. Не, вот он. Если есть еще дебаф, пробеги, там по центру стоят 3 человека. Там 3 хила замороженных, по-моему. Успели, нет? Протик танчишь, потом этот поймаешь, когда яд. Нажмешь бабу, только в самом конце. Апис, можешь повороте поднять, Ахламончик можешь ламруа поднять. Сова там стоишь, смотри, лужа разливается, Ларион, дурак, там сейчас лужа достанете. Знаю. Милики, лужа, протопал, протопал, проводи лужа. Подрожи не стойте. Нажмите пристабахом ту лапу, сейчас босса добьем по хантам, кулак и по... Кто там спал? А, и демон падал. Демон не падал. Демон, точно. Хан, хан, ой. Африка. Добили, нет? 700 тысяч, что долго. Два протика, смотрите, по два прыжка доводите, две эти массакры. Давайте быстрее баб фанту и локу. Ни каски, ничего нету. Вокруг босса можете встать, тогда половину рейда только заморозить. Не топеть может. Просто лишним достаю. Сейчас счастливый нажми массакру. Вот сейчас успел, нет? Пойдет. Маратрис. А, и портал вроде есть, дотягиваешь, нажмешь портал. Рядом с ним кто-то, убегай в сторону. Или нет. БДК прожмись, или ханты быстрее снимите. Верни лицом в центр, пожалуйста, и на месте стой. Лицом в центр к кругу. Да, стой, тебя сейчас откинет. Стой, стой, не надо двигаться, просто на месте тебя откинет. Сейчас сканоп дашь масса круг, когда подпрыгнет. Двигаться нету. Все, ГДК, стой на месте. Надо подождать.
второй тоже портал поставь. Давайте, чтобы этот он в стенку вписался и сможем добурстить. Счастливый, убегай, но ты не умрешь. Рядом кто-то есть там? Да, сова. На спринтах можешь кошку. Еще кто-то один стоит. Снимайте берсу. Маг. Ну, блин, в стенку было или что? Где спринт? Ну, ладно. У нас что-то ауры не хватает, только кастерская, прото стоит, ретри и огонь. Тут как бы лед профитнее уже. Там по нити только то, что вам нужно, а на втором боссе уже поставлю этот. Нормальный лут. БДК по центру на пол дадите, только БДК сбивает каст, никто лишний не лезьте. Протопал заведешь, там кто-то из противников спекайте фретрика, договорите между собой, кто-то один без разницы. Хилы станет так, чтобы до всех доставали, РДД по кругу вставайте, ну и метки адекватно выносите. Первая бежит, первую захилим, вторая бежит. Красную захиливаем, зелененькая бежит. Маги, магов 2, только маги стаки воруют, пусть ДПС накручивают. Ну ШП, если что, скажу, дадите гим. Встаньте кто-то сзади, сбоку, что-то стоите все слева толпой. Лучом будет много проходить. Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Я главный! Списывает, если Атомск. Есть, да, там Тайфун? Вы покинешь сейчас, если Тайфун сейчас отдам. Да, Тайфун, он покинешь тогда порта. Три секунды, сова, готовься, сразу кинешь, быстренько портал сольем, давайте, чтоб одна только вышла этот портал, Void Heal, будет холик, точнее, за хил. Так и стаки быстрее ворудить, много что лучше ударил. А полипал бежать, или бабл. Маги не забывайте, тоже может скидывать, рога может скидывать, полипал себя прокинь, не достает. Так и стаки. Я дохил. Сейчас следующая метка бежать, смотрите. Опять ламрак, и теперь... А, нет, стоп, отмена. В вороте бежать. Стаки нужно маги, приготовьтесь, маги стать. Сова в луже стоит, двинься. Нериан захил, сейчас через 8 секунд портал. Сова также, не портал, а этот вулкан. Закинешь против. Как выйдет, где-то два голема, дашь массакру. И потом скажу, Клота, дашь дим на хп. А, с другой стороны портал. По вулкану переключились. Вулкан, миники, больше вулкан. Клота, давай гим на хп. Войд не захил, и следующий метка охламончик бежать. Про ШП можешь тоже гим на хп отдать. Все, попротив заводи быстрее к мини-зону. Там два холика, они, в принципе, захилят. Ладно, заклеивайте этих. Блин, кто так с лужей пробежал? Ребят, что за спринты? Угораете, что ли? Пол этой карты элиты лужи. Стаки, маги, стаки, приготовим быстрее. ШП, если стаки есть, может тоже помочь. А там сказать хил. И да, успеем.
послужить уроком тем, кто смеет... Скарлетт, ты скорее, почему не избиваешь каст? У тебя что, заморозки разума нету, например, или что, например? И теперь вас ждет новый противник. Ты просто стоишь и ЛПшки нажимаешь, да? Вот вы, собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянс... Нет. Демонов, чтобы... А этот, если есть кто-то играл, будет очень круто. Вы не говорите, кто с роли? My Frame? Никакого заговора здесь нет. Да. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. И еще... Охламончик. Шаман, тотем убери из центра. Там опять вспекнись, кто был в протике, вернитесь в три танка. Нам, думаю, три танка хватит, если будет вдруг надо еще кто-то, скажу, то вспекнись. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Если кому-то нужно, ПМ напишите на, на трансмут, на второй спек, еще там что-то может куда-то, пароли. Просто все соберем, быстрее было. Можете баф, топор. Только топор на трансмут кому нужен. Хорошо, да будет так. Не достаю до тебя, дед Кирин. Сражайтесь во славу Альянса Герои, во имя вашего короля. БДК, ты будешь забирать Фурика, и тут у тебя звезда, слева побежишь. Протопал, счастливый, заберешь ДК, это печенька, тоже слева побежишь. А справа Рогу заберет Ромб, второй протик, Коноп, твой Рога. ВВ, вытянешь в центр Ханта, мы его первого зальем. Второй будет... Так, стоп. Да, все правильно, Ханта первого зальем, потом второй будет Лок. Видимо, метку. Череп, потом крест сыграете, потом метки обновлю. Пока череп жив, крест вообще никого не трогает. Можете мультидотить. Лок, Марат из... Нет, отмена, там сала. Нериан, сядешь на ДЦ, у тебя будут трусы. На Эршаму сядет второй Рога, Машека. Ты на Луну. И на Холипала сядет сова, пусть будет Атом. Ты контролишь Холипала, квадрат у тебя. Ну и просто зайдете, когда в мини-зону, Локи, поставьте портал сзади, шипы тоже подальше стоите, чтобы вас не сбрило магией. Только агро становится красным, сразу глыба, камеру разворачиваете в другую сторону, блин, вы вниз уходите. Дадите масфир, и в принципе этого будет достаточно. Белин, ты точный стан дашь. ВВ затянет, а Белин точный стан. Это для танков команда, как только танки заберут, можно бежать. Танки, вперед, вперед. ВВ тоже давай вперед. Не притянулся, притянулся, пойдет. Дайте масфир и быстренько череп сливаем. ШП, кстати, вы два ШП диспелите точно с противников. С нас уж ладно, обойдемся, а вот именно вы диспелите с противников прям максимально. Смотрите, холипалы, вы частицы повесите на разных танках, чтобы доставать, а хиль тереет, и не нужно никуда бегать. Больше по черепу, еще череп, 600 тысяч, забрустить, задиспелить. Диспел с него. Ребят, мы просто не можем пробить, диспельте, дайте еще масфи. Только каст можно убить, стоит, кастует, кто-то развернитесь, холипал нажми, пабл побывает. Крест играем, теперь крест, жрец. Все, хватит. Не нужно было крест контролить. Ну-ка, сбили, не молодцы. Там есть охламончик, отойди чуть-чуть в сторонку, подними ВВ, чтобы его сразу не убило. Рога в рейде, ферните кто-то ромб. Все, забрали. Ромб нужно фернуть. Все, или так пойдет. ВВ, отходи чуть подальше, у тебя грипп откатился. Оттяни ближе ко входу крест, и мы потом будем бить. Сбейте каст. Ну сбейте каст, ребят, миликов. Диспел. Череп теперь играем. Череп. Ой, отлично, вообще к нам синканулся. Максимум убить. Припало, да, за контроль вижу. Череп добьем, потом пойдем по хилам. Потом можно трусы, квадрат, сова особо не бьет здесь. Можно меня тупо забить. Череп сейчас добьем, диспельте. Потом квадрат давайте.
Град, давайте Пуля Павла сыграем. Ой, извиняюсь, это моя наша. О, бывает. Побейте трусы пока. Прибежал, ничего страшного. Спейте главное, и можете контроль раздавать другим целям пока. Другим хилам, трусам там, допустим, или... Тут еще и шам у нас. Где стоит. Как с ним можно позбивать? Давайте, кто там? Ну, трусы давайте, трусы пока. Контроль стал, пока на луне в глаз, да? Так. Мана, мана, мана. Ну давайте, ШП, дайте сейчас гимна ману, все равно нам навали не понадобится. Трусы, потом луна, потом сова, а потом поочередно миликов. Можно, в принципе, первого рогу из миликов забить, чтобы он не прыгал. Не, пока ЭВК у нас фул, вроде никто не офлится. В центру сову теперь, потом рогу видите. Сову добьем. Давайте рогу ромбик аккуратно. Ну ладно, печенька к нам ближе побежала. Или печеньку отведите. Ну то, что две цели рядом не было. Объем ромбик, ромбик, ромбик. Диспел, да, не забывайте. Пусть вместе стоят, главное, два танка вы таунтите и милики тоже. Если вдруг тряпочный персонаж будет, таунт нажмите, вас не убьет. Печеньку, кто там остался? Види звезду уже тоже. Прям звезду. Сейчас смотрите, у нас ДЦ нету, поэтому сферки противоположные вообще категорически нельзя ловить. Типа даже с ДЦ убивает шоты, когда на вас касание тьмы или касание света. Поэтому здесь сейчас внимательно нужно будет. По своему цвету ловить можно. Противоположные, желательно доджить. БДК, когда будешь танчить, если вдруг летит со спины, ты можешь ловить. Они тебя там особо не пробьют, у тебя постоянно захил идет. А вот маги, которые стоят, кого еще шотают, ханты обычно любят у стенки стоять, то есть старайтесь не ловить. Сейчас полутаем быстро, шаман может кто-то не убирать. Может хила уйти? Давай спикнуть 5-го хила, лишний не будет, ДПС вставать. 96 минус унели. Фекость бьют. 95. Альфа-ресотка. А, все, вижу, альфа-ресотка. То же самое, там этот шмот, если нужен, пишите, заберете на успех кому-то. Логайтесь, там сейчас кто-то попросил джипса, если есть джипс, дайте джипса и логнитесь. Так, тотем убираю. Повороте здесь. Да. Только входа. Запустить. Запускаю. Можете рыбу поставить. Там два человека падало. Один ВВ падал. Баба подновить по ДК. Ману отпиваем хилы. Сейчас Майфрейм зайдет, он поможет нам хилом. Там тогда частицы разберите, чтобы на двух танках было. И этот... Локи, ставьте свои порталы около темной сразу, чтобы потом быстрее портануться. В принципе, агро, думаю, нормальное будет. В общем, против, главная задача, ну, не два таунта подряд не кидай поочередно. Типа, начинаешь с тарелки, бьешь, сорвалось, точечный, сорвалось, массовый, сорвалось, точечный, как там как раз откатывается. ДК то же самое. Точечный таунт, потом грипп, два не сливай сразу, тоже ЛПшка только начинаешь. Сейчас Майфрейм ману топьет. Залейте ему иннеры, друиды. Майфрейм и иннеры дайте все, 3-4 даже. И бафку посмотрите, все у него есть. С него будет хотя бы 70 маны процентов. Знаете, булок, да. Чуть-чуть есть. И танки, еще с Карлиди подсказываю. Когда идет спецспособность, если, допустим, смена вали идет,
и щитом. Там нужно потом обязательно прожаться либо незыбку, если незыбку уже отдашь, вызывай бомжей, потому что идет договор близнецов, он шотает там 60-70 капель. Я тебе подскажу. Майхрен, ничего не хватает, хиба. Я запускаю тогда, даю к нему. Протопал, начинай с тарелки. И ДК забирай тоже к себе, белый валь. Встаньте, иди ближе к порталу. Разводите их в разные стороны, ближе к порталу двух валек. Забирай, забирай против, не бойся, жми маунт. Теперь БДК жми таунт, не бойтесь, жмите таунт, разводите. Сейчас она попрыгает и все, все. Теперь набираете агро. С сферками, напоминаю, аккуратно. Белых две нельзя вот ловить. Это светля там ска. Держи, держи, отводи чуть подальше еще протопал. Касание тьмы на Эриан прохиливайте. Эрдру, пожалуйста, следи за касаниями, а мы будем там, ну, я тебе тоже по рейду помогу. Способность 2 секунд, давайте нам прокнет. Все, дальше бьем, спокойно бьем. Танки держите просто, чтобы не срывались. Сейчас пойдет этот мама прокнула рейду вас. Ну и сейчас спецспособность будет, так что внимательно. А совала, которая большая, сделай два шага вправо, потому что бывает кто-то проматывается и на портал не могут нажать. Смотрим спецспособность. Ну вот белую поймал, зачем? Отбегал, все, пробиваем. Портал. Танки. Вот сейчас нужно будет прожаться. То есть и БЗ, и нажимай на зыбку. Или бомжей вызывай. Каз сбили. Все, молодцы. Ничего, сейчас погибнем. Грейдов добивайте. Снизу тогда на фул забафнемся, там Петр будет перепризывать, может какие-то бафы нужно будет на Петр. Только ресните быстро. Давайте, до спецспособности, 2 ляма, 6 секунд надо добить. 2 секунды, просто добиваем, даже если другой момент. Так, давайте я пока быстро себе все заберу. Через обмен разролим. Ну и сразу, вы же там смотрели, кто выбор первый по пиару, пишите. Скажите вам начислить ГП. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Запустили. Где он? Выбор. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашный. Джерин, скажи, подскажи, кто там выиграл. Мы вместе счастливы. Эриан. 29, счастливый, 12, Алишань, 13, Джерин, тебе? Будет тебе такое испытание. Нас гораздо больше. Ноги все длинные, блин, геройские, что роль. Сфера нужна? Ну, в смысле, сфера рольте. Тоже сразу трейд, 97, да? Маратрис и Кнелесинули, дайте его. Все, билин сотка, да. Билин, прими трейд. Природу поставишь, все, молодец, хорошо. Где ты, билин? И трофей еще. Есть кто начисляет? Начислите Энериану за выборы, я не знаю, но они трое роли на мейн получают. 97 атомс к одну. Вот не числишь? Он Джерин сможет. Вот это нужно друиды на обспек? Там может кому-то эта кожа еще нужна. Еще отсюда можно взять. На танка кто-то может собирает. А у тебя советы на еще пояс? Остались? Пояс и да, спина? Да, есть, я же кидаю. Забирайте, кидайте обмен. Майфрейм, бежишь к канал? Что нужно, пояс или что? Да, пояс и спину.
Спину муж паролем. Этот кастерский или танковский какой? Кастерский. Каст, кидайте ролы одно. Все, добежали. Мне ракетов там вызывайте. Танк нужен. Так, а там сколько кастер? Понял, правильно? А танковский? Плачь кому? А, ладно. Вытягиваюсь. БДК, просто начинаешь, вот сейчас дымок кину. Ну, когда скажу, начнешь с дымка, весь рейд уже встанет. Получается отсюда, потом, чтобы он под жопой около нас встал. Развернешь его просто. Два танка. Счастливый мейфрейм. Коноп, спикайся обратно в танк, пожалуйста. Заберете, заведете, мы переключимся. Потом второй трэш заведете. Ну, как всегда, бить не будем. Холипал. Давай, допустим, войд. Подержи, пожалуйста, двух протопалов. Второй холипал, держи БДК. Я тебе его помогу держать. Ну, и я с Эрдру более-менее рейд поддержу. На пул. Демон Пета призвал, не забыл. Вижу, стоит. Повороте здесь. Повороте здесь. Отходите ближе в одну точку, чтобы было проще. Даю пул для ДК, чтобы ДК. Может, кто-то припоты пьет. ДК начинай. Молодец. Сейчас сразу разворачиваю. Можно чуть поближе встать вот на круг. Бомжи были зря, наверное. Пока трэш не бейте. Бейте все босса. Сейчас бомжи пропадут, протики заберете. Босса пока бейте, босса бейте. Потом главное МК сбейте теневого. Все, по-моему, бомжей добили. Заводите, сбивайте теневой. И сейчас заведете под босса. Можете уже переключаться весь рейд. Нужно этот трэш добить уже через 10-15 секунд уже новых. Трэш нам теперь переключиться. ВВ, ну как-то бомжи вообще не к месту были. Во-первых, во время боя ты себе все руны просрал, во-вторых, они тебе здесь ни ДПС не дадут. Ну ладно, не суть. Просто на будущее. Сейчас протики ловите, просто заведете, там милики покливают, босса все бьем, еще целых 15 секунд бьем босса. Как босс закопается, переключаемся в трэш. Главное им разбейте теневой. Босс закапывается, 2 секунды, на ком метка, просто назад 2 шага вот на ледяную и переключайтесь по жукам. Войд холли. Давайте жуков добивайте все. Пока идут, шипы, давайте гимны на ману. Я до ману восстановлю. БДК я скажу, ты также на месте поймаешь, развернешь его. Протики трэш заведете, мы переключимся в него. Сольем, а четвертый трэш уже будете. Моб, вышел мобов, заберите. Давайте так, счастливый даешь первый гнев, чтобы сбить. Ну смотрите, если будете держать где-то рядышком, можете счастливый давать первый гнев от теневого. А конок может давать что-то. На третий трэш, допустим, на четвертый уже там чисто теневой собьете и все. Добьем. Так, ДК, готовься, у тебя 2 секунды. 2-1, вылази, лови. Чуть-чуть назад его верни, оттяни, ну встань на старую позицию. Соберитесь ближе к тотемам, вот или к локовскому порталу, проще будет. И протики заберите вот этих жуков, они дебаф плохой вешают. На повороте уже 3 стака, 4 стака, 5 стаков. С повороте заберите, пожалуйста. Трэш. Сейчас за трэш все переключаемся, нужно быстрее слить, быстрее все по трэшу. Даже будет переходка, но все бьем трэш, этот трэш нужно следить. Даю геру. Трэш под геры снимаем быстрее. Все, отлично, дальше просто бурстим по боссу, танки в стороне держатся. Старайте держать танков на фул, рейд вот, ну почти как сейчас, там некоторых чуть-чуть поднять можно, а других опустить. ФП. Жук. Давайте сделаем так. Счастливый, дай сокру,
Отлично. Ну, может чуть-чуть ближе к рейду сейчас подойти, чтобы доставала до нас сокра. Давай сокру и бросайте хил. Эрдур, может тоже не хилить, только танков держим с тобой. Бросайте его хил. О, он даже никто не упал. Давайте, может, Сильвана упадет. Может, и лутать скажет, что там, сейчас быстренько разролим. Трофей. РДД плащ. РДД? Ну, РДД тоже неплохой плащ на первое время. 75. Майлис Сэйн. Там сейчас там сферу пороть, потом плач. Сейчас тут еще этот рецепт просто коммунтарь. Скажи, счастливый 96 есть лишь 98, а там все. Нет, нет, счастливому это второй раз у меня выскочило. А, ну тогда рерол там Флария, значит, тоже 96. Ну, передайте там, кому кинул, может, криво. Прикольно, давайте еще раз. Так за чешку один раз воевал. С Норексисом причем. Счастливый. Он мне с ролью. Ну, трое будет пиздолевать. Элоран, Лавариан и Холипава Лишин. Три ролла киньте, у вас по 95. И еще один. Я кинул, все пустим. И сейчас плащ кину на ролл, и потом можете портоваться к Долоранам. Кому-то что-то нужно, останетесь. Так, я не знаю, плащ как там, он по ГП, по ЕП, нет? По роллу. Это нет. Нет? Ну, по роллу, значит, на ГП. Это нужно кому-то нов сразу? Тоже на первое время, в принципе. Счастливый, кинешь обмен. Воин, охотник, шаман, две печеньки, два парола. Пари. И... Так, ты в какой пати? Счастливый, что-то... А, на тебе. Скажи, в какой ты пати? Не вижу, в какой пати хант. Подскажите, в первой? Нет, где он? Первая пати. Хорошо. Два... друидовских токенов. Тоже два парола. А там с КВВ. Не, он в этом лежит, я так отдам. Что-то по шмоту нужно еще вот это напишите. Смотрите, штаны.